Рассеянный склероз – это хроническое, рецидивирующее и неизлечимое заболевание. У больных поражается центральная нервная система, головной мозг, реже спинной. При рассеянном склерозе происходит разрушение миелина. Это нарушает передачу нервных сигналов, вызывая самые разнообразные симптомы. Вначале рассеянный склероз может маскироваться под другую болезнь. В большинстве случаев возникают зрительные нарушения. Человек начинает лечиться у окулиста. Там ставят им ретробульбарный неврит, они долго лечат, он не поддается лечению. Потом вроде бы все это стихает, и наступает вторая волна, уже проявление есть. У этих людей либо снижается резко зрение, она пропадает на какой-то промежуток времени короткий, либо какая-то пелена, туман перед глазами, либо человек смотрит, и он не видит половину предмета. Например, он смотрит на человека, он видит часть человека, вторую часть он не видит, или часть на какой-то предмет. Какие-то пятна начинают мелькать перед глазами, звездочки. Может возникнуть онемение каких-то частей тела, какое-то время длится, затем проходит. У кого-то начинается все с головокружения, шаткости походки. Больные обращаются к неврологу, их направляют на МРТ, где выявляют множественные очаги демиелизации. Для окончательной постановки диагноза пациентов направляют в Нижний Новгород. Рассеянный склероз – распространенное заболевание. На протяжении последних 10 лет количество больных увеличивается. Связано это в том числе и с тем, что стала выше выявляемость, усовершенствовали методы диагностики. В Сарове на диспансерном учете состоят 92 человека. При этом по стандартам 70 человек на 100 тысяч населения – это уже много. Заболевание, к сожалению, оно поражает людей такого молодого трудоспособного возраста. Раньше считалось, что где-то вот с 15 до 50 лет. Сейчас эти рамки изменились. Сейчас уже считается с 10 до 49 лет. У более молодых людей болезнь протекает легче, в основном это ремитирующее течение. Если же рассеянный склероз возникает в старшем возрасте после 50, то чаще всего проходит более агрессивно. В течение 10 лет человек становится глубоким инвалидом, не может себя обслуживать. До сих пор причины возникновения рассеянного склероза не ясны. Тем не менее, медицина продвинулась вперед. И хотя способов полного излечения еще не нашли, за последние несколько лет появилось немало препаратов и иммуномодуляторов, которые помогают при симптоматическом лечении. Существует множество препаратов. Есть препараты, которые сейчас делают раз в полгода. Есть препараты, которые вводятся раз в месяц, ну и такие же препараты, которые раз в неделю, есть, которые через день делаются, но все-таки есть еще, которые каждый день. В настоящее время появились еще таблетированные препараты, что очень важно, такое, что безболезненно это все принимается. Модуляторы, они, понимаете, они как бы скрашивают картину течения рассеянного склероза. Пациенты, стоящие на учете, для контроля состояния приходят к неврологу два раза в год. Раз в год им делают МРТ с контрастом. Если больные будут вести здоровый образ жизни, выполнять физические упражнения, регулярно наблюдаться у врачей и принимать препараты, то у многих из них даже специалисты визуально не смогут определить рассеянный склероз. Внешне это обычные люди. Ремиссия может длиться и 10, и 15 лет, а раньше инвалидность наступала через 3-5 лет. Сейчас женщинам с рассеянным склерозом не запрещают рожать, как это было раньше. Главное вовремя обратиться к врачу. Екатерина Опенова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.